Андрей, какую компанию вы представляете, чем она занимается? Я представляю компанию Zebra Technologies. Она занимается принтерным, сканерным бизнесом, ряд программного обеспечения, которое позволяет улучшить сканирование, либо принтерную часть, и облегчить работу персонала. Как меняются требования ритейлеров к этому оборудованию? В связи с введением маркировки, ну, как вы знаете, началось с алкоголя, сигарет, сейчас добавляется молоко, требования к этому оборудованию сильно изменились. Оборудование стало более технологичное, внутри используются камеры, не просто лазерные сканеры. Это позволяет отсканировать любой штрих-код, бар-код, дата-матрикс, любой вариант того, что будет нанесено на бутылку, пакет, неважно на что. И в связи с этим наше оборудование тоже изменилось. Мы добавляем к оборудованию не только камеру, но и возможность камере определять какие-то детали того, что сканируется. Например, если вы сканируете яблоки, то камера встроена, может определить, что это яблоки, и предложить выбор только яблок. Не весь ассортимент фруктов, а только определенный. То есть вы специально готовились к введению маркировки, и в зависимости от того, какие продукты у нас следующие, появляется что-то новое конкретно для этой категории, правильно? Нельзя сказать, что мы специально готовились. Дело в том, что технологии развиваются на этом рынке, и одна сменяет другую. Лазерная технология сменила имиджевую, но в связи с этим мы добавляем возможности. Мы понимаем, что требуется рынку, и мы как лидер на рынке добавляем возможности использовать одно и то же оборудование, но с разными целями. Например, вы сканируете то, что государство добавляет, например, молоко, но в то же время контролируете своего кассира, чтобы он не делал ошибки при сканировании. Угу. То есть в одно и то же оборудование можно зашить несколько функций и постоянно их дорабатывать, правильно? Абсолютно верно, да. Угу. Точно меня понимаете. Так бы легко понимали наши партнеры и пользователи, вообще было бы замечательно. Спасибо. Так, а что касается технологий для других вариантов работы магазина, там, для полок, для складов, что-то в этом направлении вы работаете? Да, безусловно. Но я, наверное, обращу на технологию, которая уже несколько лет используется нашими ведущими ритейлерами здесь, в России. Это технология самосканирования. Ее идея в том, что чтобы разгрузить кассовый узел. То есть все мы не любим стоять в очередях. И было бы замечательно, если бы их вообще не было. Но эта технология, когда вы приходите в магазин, берете сканер и идете сканируете самостоятельно покупки. Возникает вопрос, зачем вам тратить время на сканирование, если это может сделать кассир? Но с другой стороны, когда вы сканируете самостоятельно, вы видите, какая цена у этого продукта, вы можете получить какие-то персональные предложения, какая-то скидка, и вам интересно. Это превращается в некую игру. То есть геймификация вашей покупки, у вас хорошее настроение. Дальше, подойдя к выходу, вы сканируете один штрих-код, который позволяет вам оплатить эту покупку. Либо мобильным, либо наличными, в зависимости от того, как устроено у ритейлера. И сэкономить время, не выкладывать их на ленту, не пересканировать еще раз. Просто выйти из магазина. Как по красной дорожке на премьере какого-то фильма. Это речь идет про именно про сканер, который вот физически в магазинах. То есть это не мобильный телефон, допустим, с зашитым в нем программой. Есть два варианта, как и сканер, который вы можете взять, и также можете использовать свое устройство. Проблема со своим устройством, что вам надо скачать приложение раз, и во-вторых, если вы в процессе покупки к вам кто-то позвонил, вам придется отвлечься на звонок и перестать покупать. А если у вас есть возможность взять сканер, который предоставляет магазин, то вы можете разговаривать по телефону и одновременно совершать свои покупки. Uh-huh. А что для склада? Склад тоже претерпевает большие изменения, на мой взгляд. Во-первых, мы предоставляем новый этап развития сбора на складе. Это очки с дополненной реальностью. То есть шаг предыдущий, то есть мы изначально переходили от бумажек к терминалам сбора данных, где эта же бумажка была зашита на устройство. Потом мы добавляли голос, устройство говорило вам, пойди на ряд третий, возьми кока-колу,
такое-то количество. Подтверди сканированием, и ты молодец. Сейчас это все происходит в видео. Очки, которые вы надеваете, вы видите пространство перед вами, и всего лишь один небольшой экранчик добавляет вам дополненную реальность, чтобы вы не терялись в этом пространстве. Надо путать с визуализацией, то есть вы видите все, что есть на самом деле, как оно и есть. То есть это помощник для складского работника, правильно? Абсолютно верно. То есть складской работник видит, что ему надо взять. То есть если ему надо взять Кока-Колу, он видит перед собой Кока-Колу. У него не возникает вопросов, что это Пепси, это полтора литра, либо это два. Где ее взять, тоже подсказывает помощник. То есть он показывает место на полке, где она находится. Он оттуда ее берет, складывает в коробку, либо на поддон то, что он должен положить, и продолжает дальше свою работу. А насколько это у нас пользуется популярностью уже сейчас? Мы только делаем пилотные проекты в России, но международная практика показывает, что это удивительное решение. Например, после внедрения в DHL, эти ролики можно посмотреть на YouTube, кстати, пользователи, которые изначально были скептически настроены к каким-то новым технологиям, сказали, что это перевернуло их мир. Просто так легко работать они не работали еще ни в одной компании. Настолько им это понравилось и было удобно, легко и понятно, что они не хотели расставаться с этим. А есть какие-то, может быть, проекты еще тогда и для других сотрудников магазина, например, для дирекции? Да, безусловно, это очень хороший вопрос. Дело в том, что на сегодняшний день директор магазина, роль директора магазина немножко изменилась. В первую очередь, раньше мы привыкли, что чтобы стать директором магазина, необходимо проработать 23 лет в ритейле, пройти от грузчика до директора. Сейчас функции достаточно стандартизированы. И есть набор функций. Если ты приходишь, тебя с ними ознакомили, ты, наверное, можешь быть и после института директором магазина. Но возникает вопрос, как быстро ты разберешься, что тебе делать. Что у тебя есть набор заданий на сегодня, стандарты каждый день, которые ты выполняешь. Потом специально для сегодня тебе могут попросить сделать переоценку, выставить какие-то специальные позиции, собрать боковинки на полках и так далее. Плюс к этому дивизионный менеджер может отправить какие-то задания, какой-то из главного офиса может прилететь какое-то задание, что, куда пойти, что же делать. Мы предоставляем на рынок программный продукт, который называется Reflexis. Он управляет этими задачами, он приоритизирует, показывает, что директору надо сделать, куда можно перенаправить, на какого сотрудника, и поставить приоритеты, и получить обратную связь, выполнено ли это задание, и либо в какой стадии находится выполнение. Также эта программа обеспечения позволяет легко планировать ресурсы в магазине. Если вам необходимо использовать аутостаффинг, он сделает открытый табель для того, чтобы вы подобрали сотрудников, которые вы хотите, которые вам нравятся, а не те, которые вам отправляет компания. Угу. Так, тогда вопрос, а для покупателей что предлагаете? Вот имеется в виду сервисы, которые для них, и пользуются ли они спросом у нас в России? Да, великолепный вопрос. Одно из новшеств, которое мы предлагаем, это робот, который позволяет определить товар, недостающий на полке. Мы знаем, что 30% продаж магазины теряют из-за того, что что-то нет на полке, но есть на складе. Об этом они узнают либо утром, либо вечером, когда делают обход магазина. Либо если покупатели пожаловались. Абсолютно верно. Ну вот, чтобы убрать вот эти случаи, мы предлагаем технологию, которая позволяет раз в 2 часа объезжать весь магазин. Робот объезжает, он делает картинку всего магазина. Если чего-то не хватает, он моментально отправляет задание ответственному человеку, чтобы он доставил, либо поменял ценник, либо доставил то, что отсутствует на полке. Тем самым эти продажи к вам возвращаются. И нет недовольных людей, которые пришли на кассу и почему-то начали покупать либо дешевле, либо дороже. А под такого робота нужно как-то специально готовить магазин? То есть, ну, имеется в виду, что проходы какие-то были стандартизированы, не как там у нас бывает, что есть магазины, где... Да, безусловно, мы смотрим магазин, мы помогаем организовать правильно для робота, потому что робот не человек, он может объехать любое препятствие, но есть какие-то нормы, которые надо придерживаться. Они не строгие, каждый магазин мы смотрим отдельно, и, в принципе, логика нашего предложения не покупать робота, взять это как услугу. То есть мы можем это продать на месяц, на 6 месяцев, на год, на 5 лет и так далее.
То есть робота в аренду. Абсолютно верно. Да. Так, а что касается вопросов, такой, который еще один насущный, вопросов безопасности магазина, что-то в этом ключе у вас есть? Да, вопрос безопасности магазина, как я уже вначале начал рассказывать, мы в наши сканера встраиваем умную модель распознавания продуктов, которая позволяет в первую очередь легче ориентироваться в большом ассортименте, когда человек, ему надо что-то взвесить, он выбирает только из яблок, например, если это он хочет купить яблоки, не выбирает из большого ассортимента. И вторая часть, мы можем контролировать покупателей, которые делают ошибки, чтобы помочь им не делать эти ошибки. Как на устройствах самообслуживания, то есть когда они забывают пробить какие-то товары, либо путают наименования. Например, они хотят купить креветки большого размера, а взвешивают креветки маленького размера. Камеры, которые встроены в наше устройство, могут это распознать и показать ошибку. Вот если предположить, что кто-то из ваших потенциальных партнеров вот не появился сегодня здесь там, или не нашел ваш стенд, где-то это все потрогать, посмотреть, как это работает, оценить, возможно, куда им обращаться? Zebra Technologies работает на рынке России как представительство. Можно найти это все у нас на сайте, можно приехать к нам в офис, либо, опять позвонив к нам, мы скоординируем, в каком-то регионе всегда найдется партнер. Мы работаем более чем с 1000 партнеров по всей территории России. То есть можно прийти к кому-то, у кого-то уже есть, абсолютно, и посмотреть, как это работает. Да, более того, можно посмотреть это в федеральных сетях, потому что мы работаем со всеми федеральными сетями. Все перечисленные технологии практически внедрены во всех сетях. Может быть, за исключением каких-то пилотных проектов, которые мы только начинаем. Только я сказал, что это находится в стадии пилота. Сети будут не готовы показывать. Но что-то попользовать, например, как мобильное сканирование, в любой федеральной сети это уже внедрено. А если представить, что в какой-то сети есть запрос, допустим, об вот какой-то технологии, которой пока еще нет на рынке, но, например, вы можете выступить как партнер, который организует данную технологию? Безусловно. Мы выступаем как большой хаб, который связывает разные компании, которые производят программное обеспечение, либо частично оборудование, например, селчекауты. Мы не производим селчекауты, но у нас есть большое количество партнеров, которые используют наши сканирующие модули в середине этих устройств. И мы совместно с ними предлагаем это решение, оборудуем системы, дополнительной системой безопасности, оборудованием какой-то аналитической системы и делаем совместный проект. Ну, остается только пожелать вам удачи в ваших начинаниях и продолжениях. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Огромное спасибо.